заправляюся. Вставляю карточку. Авторизация. Все, можно вытащить. Открываю. Нажимаю дизель. Процесс пошел. Сейчас побачу, сколько бакс стоит долларов. Включается реклама. В основном цих магазинчиков сразу включается. Долари – це галони. Один галон – 3,75 літра. Volkswagen Jetta. При Трампе бензин, полный бак был 24 доллара, а зараз 36 долларов на 11 галлонов. Вот так, при Байдене стало тяжелее жить. Заправка Shell, що в переводі ракушка. Все.